30 новых автомобилей сегодня получили Центр социального обслуживания республики. Техника поступила по нацпроекту «Демография». На вручение ключей побывала наша съемочная группа. Быстро добраться до больницы, если ты пенсионер и живешь в сельской местности, задача не из простых. Чтобы ее решить, создали мобильные бригады центров соцобслуживания. Они сопровождают пожилых и оказывают помощь на дому. В Шумерлинском районе мобильная бригада помогает 2000 человек. Добраться до каждого раньше было проблематично. У нас были, собственно, автотранспорт из двух автомобилей УАЗ и ФИАТ. Но были трудности. Автобусы не всегда вовремя, не во все населенные пункты могут доехать. Или доезжают один раз в неделю. С этими машинами попасть на прием к врачу будет легче. 30 «Газелей» и «Лад» получили все районы республики. Они приспособлены и для маломобильного населения. Есть спецподъемник, кнопка вызова и место для коляски. На покупку автомобилей из федерального бюджета выделили почти 44 миллиона рублей. Стоит задача довести среднюю продолжительность до 78 лет, а без должного медицинского обслуживания, именно старшего поколения, этого достичь будет тяжело. И доступность, понятно, что в городе она максимальная есть у жителей, эту доступность нужно поднять на селе. В следующем году медики проведут дополнительную диспансеризацию, проверят здоровье людей старшего возраста. В первую очередь тех, кто живет на селе. А с новыми автомобилями это будет быстрее и комфортнее. Татьяна Леонтьева, Бахтияр Велиев, Павел Рядков, Республика.